Привет, честной народ. Мы распаковали две банки гороха. Это по 20 рублей. Называется особый горошек в Аниксе. А это у нас дороже. Почем? Вторая по сколько? Два раза дороже, по 40 примерно. Интересно было узнать, чем они отличаются. По диаметру ничем. Обе банки одинаковые. Но здесь есть черный горох. И цвет более желтый. А здесь цвет более приятный, зеленый. И жижа здесь была мутная, а здесь просто желтая. Итак, сейчас посмотрим по весу. 274. 308. Делайте выводы сами. По вкусу подсказывают. Вкус обычный. А этот вкус по суше и твердый. Короче, этот мягкий и такой вкусный. А этот как обычный горох. Может быть, в этот добавки какие-то добавляют для вкуса, а может и нет. А может, вот этот просто переспевший. Ну, в общем, суть ясна. Ну ладно, чё, это была распаковка гороха. Сейчас кверху ногами покажу. Эх, не буду я кверху ногами показывать. Сейчас мы посмотрим. Мы лучше банку перевернем. Посмотрим. Вот такая вот. Горошек зеленый Юнимарка. Выиграл наш тест. Горошек зеленый Юнимарка. А этот горошек — простой выбор. Изготовитель. Россия. Город Славянск. На Кубани. Всем. Короче, контрольная закупка такая. Это вот этот. А это вот этот по 20 рублей дешевый. Оно видно сразу. Тут много переспевших. А тут они все зелененькие. Все красивые и вкусные. Ну ладно. Всем на этой счастливой ноте. Мир, труд, май. Всем пока.